Едем в далекие края. Ребята нашли машину времени. Мы пришли покормить зверюшек. Все? Готово? Ого. Всем привет! Привет! А где мышка? Вылетела с окна. Да ладно. Мышка Тами. Мы ее так называем. Потому что она маленькая. Вот она. Масюня, привет. Привет. Что ты делаешь здесь? Спала. Ты спала? Ребят, мы уже час едем. Едем в далекие края. Почему-то все время, когда мы куда-то уезжаем, в дороге нам очень хочется есть. Смотрите, чипсы. Что у меня в рюкзаке, хотите посмотреть? Я тут столько всего взяла с собой. Зачем? Не знаю. Раз пирожок, три пончика, ой. И тут еще у меня круассаны, пирожки с мясом. Спросите, зачем я это все взяла, если мы еще сейчас ищем место, где можно покушать наши любимые вкусные хот-доги. О, детский центр, музей, кафе, мотель, музей мусора. Ого, музей мусора? Ого. Что ты хотел сделать только что? Я? Сказать, что ты прекрасная женщина. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. Ой, что там? Что с тобой? Что с Камилем? Почему валяется? Бутылок! Это сделано так, что каждая брошенная бутылка, потом в итоге природа и животное, все это поглощается. Ну, то есть есть смысл, да? Есть смысл. Смотрите, из чего сделали сосочки. Сосочки. Раз, два, три. Давай, сама. Сама, да? Да. Молодец. Раз, два, три, поехали. Давай. О, это все сделано из дисков. Сейчас уже диски никто не слушает, поэтому очень много выкинули, выбросили. О, у меня ноги. Мама, смотри. Ого. Арина, смотри. Не понимаю ни смысла, ни удовольствия видеть себя в таком искаженном виде. Смотри, какие мы высокие. Посмотри свою голову. Ребята нашли машину времени. Все, мы отправляемся. Какой год? Я оставлю капсулу времени. Как? Наших предков. Каким образом? Мы опишем нынешний мир и заложим в капсулу. И эту капсулу можно будет только открыть через три поколения, чтобы они передали своим внукам, а те передали своим внукам. И тогда те откроют и узнают, какое у нас было поколение. Прикольно. Но это будет лет через 100. Ой, а это что такое? Покрышки сделаны. А, смотрите, да, прям. Это носорог. Прикольно, только смотри, ну аккуратненько только. Тру-ля-ля. Чтобы наконец-то доехать. 2 часа и 20 минут, да? Ехали? Да. Где-то так, да. Интересно, номер такой же? Мы уже, кстати, здесь были. Да, номер. Мы уже третий раз сюда приезжаем, потому что нам здесь очень нравится. Другой номер. Это должен быть бассейн. Нет, это на самом деле не другой номер, просто расположение немножко другое. Что там дети купаются? А сейчас пока еще не закрыт, потому что для детей. У нас номер люкс двухэтажный. Сейчас я вам покажу, что там у нас на втором этаже. Так вот тут красиво. Надо подогреть сауну, все, можно быть вечером. Закрываю, включаю максималочку. Ты что, издеваешься? Куда вы идете-то? На массаж. Идете, получается, процедуру спа. Ага. Вы уже были здесь, да, помнишь? Не помнишь, что ли, совсем? Ой, смотрите, сколько там. О, типа, как турецкий хамам. А что мы будем делать с папой? Так, пока детишки в спа, в большом спа, мы с мамой посидим, просто здесь подождем. Да, возле бассейна. Мы купаться не хотим, мы просто подождем их полчаса, потому что через полчаса наша очередь. Мы будем делать, нам будут делать, вернее, балийский массаж. Доброе привет утро. Всем, доброе утро. Мы проснулись, идем привет завтракать. Сегодня погода классная, вообще тепло. Нам повезло. Я почему-то икаю. Здесь потом будут кафешки открыты. Когда я икал в детстве, моя бабушка говорила, что ты что-то украл. Да. И я реально, когда начинал икать, я начинал перематывать пленку назад и вспоминать, блин, не взял ли я то, чего нельзя плохо лежало. Было, да. Лайфхак, ребята, кто едет в зоопарк, всегда покупайте в магазинах яблочки и морковку. Ну, потому что не всегда разрешают, но ну, просто здесь мы, да. Здесь разрешается. Потому что один стакан стоит вот такой 100 рублей. 100 рублей.
А мы на 100 рублей купили 3 мешка. Ой, смотрите, кролятушки. Купить можно, смотри, 500 рублей один кролик стоит. О, покажу вам, что у нас на завтрак. Это не омлет, это запеканка. Блинчики, яйцо отварное. Омлет вот здесь. Аминка очень любит омлет, мы ей возьмем омлетик. Сардель, картошечка тут, каша, колбасочки, сырочки. Здесь вот такая. Бублики! Такой вот завтрак. Как ты делал? Вот так? Раньше? Давайте я тебе расскажу. Вот так. Короче, раньше я делал вот так вот. Ну, типа, классно, тебе нравится? Я такой, да. После того, как я получил лицензию дайвера, в подводном мире, когда мы делаем заплыв, вот так вот, это значит срочно, давайте, ребятки, наверх. Я уже просто после этого перестал. Окей, вот так вот надо показываться. Есть аэродром. Можно полетать на самолетах. Это военные самолеты, да? Да, вот. Правда, я немножко, честно сказать, побаиваюсь. Вот это вот все. Здравствуйте. Можно к вам посмотреть? В общем, вот дяденька реставрирует самолеты, красит их. Такие малюсенькие. А сколько человек? Один человек тут помещает? А, есть двойная, есть одинарная. Только для летчика. А вот этот вот побольше. Там можно еще. Пассажиры. О, смотрите, какой малюсенький-малюсенький самолетик. Пойдемте? Да. Кормить животных? Да. Мы пришли покормить зверюшек. Вот здесь вот наш любимый друг. Это Бомбик. Бомбик. Привет, мой хороший. Давно не виделись. Ах, он милашка. Хороший. Давно мы с тобой не виделись. Давай. Яблочко, держи. Держи, хороший. Только не дразните. Ой, какой хороший Бомбичек. Хрустяшечка наша. Смотрите, здесь малышата. Крольчатушки. Такие клевые. Ты хороший такой. Убежал. Такая еще попка маленькая. Кто это здесь? Они не хотят, дайте мне. Вот здесь волк. Мы вот за права зверей. Мы хотим, чтобы, конечно, всех освободили. И они жили в той среде, в которой они должны жить. Хочешь выбраться? Он плачет, бегает. Ты хочешь погулять? Ему в лес. Хочешь к своим друзьям пойти, да? В стаи. А здесь у нас кто? Маська, козлятушки, ребятушки, покормите нас. А вот еще малыш, смотри, какой. Так, тебе войти не надо. Я хочу малышу дать. Там вот еще... Ой, ого. Попадает. Попадается, типа, вали отсюда, я буду есть. Давай покормить. Большому, давай быстро, хоп, и маленькому. Молодец. Получилось. Скоростная маська. Здесь очень много лошадей. Красивый, мама, причем это такие. Это не мама, это олень. Кто олень? Где олень? Вот. А, там олененочек. Вот, вижу. У нее такая еще чубчик такой. Челочка, да? Такая мадама. Ага. О, зашли в конюшню. Аминка хочет покататься. Здесь вам сюрпризик оставили. Что? Ее зовут Рэдби. Смотри, 19 лет. Я ее назвала Рэдби. Ну и так-то ее зовут Дональд на самом деле. Все? Готова? Счастливая. И тут Камильчик. Ну, Камильчик побольше немножко. Аминка, ну как? Класс. Тебе как? Сейчас мы пришли пометать ножи. Зажимаем большим пальцем. Только по голове себе. Давай. С лука хочешь пострелять? Сейчас пойдем постреляешь с лука. Сейчас мы решили пострелять из лука и арбалета. Дети будут из арбалета, а взрослые из лука. Это мне. Девчачий такой беленький и поменьше. Давай, Миночка. Только придержите, пожалуйста, ей, чтобы она смогла держать. Пока не нажимай раньше времени. Целься. Вот это совпадает с вот этой. Ого. Ой, она вот в штору попала наверх. Давай теперь Камильчик. Сейчас посмотрим. Испугалась. Испугалась? Так резко, да, вылетела? Да. Я задергалась. Задергалась. Ну-ка. Смотри, чтобы не трясти. Не тряси только. О! Куда? Да, ты попал вот туда, вот в мишень. Ну что, ребятки, пошли, будут лазить по панда-парку. Сейчас полазим, потом покушаем. Ага. Все, папка пошел. Цыплятки за ним. Аминка,
На самом деле не страшно, просто я не люблю. Трудоемко. Конечно, не надо немножко попотеть. Да. Ой, сейчас страшненько. Первый поехал. О, он так далеко. Камиль не долетел и опять застрял наверху. Вот это вот, наверное, самое страшное здесь. Они все время почему-то боятся прыгнуть. Надо прыгнуть просто и зацепиться вот здесь, вот за эту сетку. Поехали! Прыгай! Оп! Один есть. Спайдермен Камильчик. Как тебе? Супер, я хочу еще раз. Еще хочешь? А ты боялась, не хотела идти, да? Скаловаз мой. Я же тебе говорила, ты очень смелая. Говорила я это тебе? Я не боялся. Ну, мы же боялся, а мне кажется, ты немножко примираешь. Ну как? Классно. Сейчас еще... Амина, погнали вторую пройдем еще? О, давай. Еще пройдете? Еще, да. Наверное, одну и все, и пойдем кушать.